Добрый день, Армения! Добрый день! Здравствуйте, Ира! Здравствуйте! Хорошо нас слышно? Вот сейчас вы отключили микрофон, и мы вас не слышим. Теперь слышно? А, теперь слышно, спасибо. А, Беларусь, отзовитесь, пожалуйста, если есть кто-то в офисе Беларуси. Здравствуйте! Вас видно и слышно? Отлично, спасибо. Рада вас видеть. А, так, Казахстан, Алматы. Казахстан, проверьте, пожалуйста, микрофон включен или нет. Мы не слышим пока вас. Там должны быть люди. Ну нет, подождите. Ладно, пока нет? Дальше. Давайте Молдова. Молдова была? Да, Молдову мы видели, было много человек. Здравствуйте. Молдова, проверьте микрофон. Угу. Да, все слышим, Валентина, спасибо. Слышно, да? Здравствуйте, уважаемые коллеги. У нас, как видите, очень много людей. Вопрос, связанный с координацией миграционных потоков, очень важен для Республики Молдова. И ради большого интереса к этому вопросу вот соизволили прийти очень много людей и среди журналистов. Спасибо. А, спасибо, Валентина. А, Кыргызская республика, пожалуйста. Кто-то есть? Отзовитесь, пожалуйста. Здравствуйте. Мы Бакыт. Это мы ожидаем сейчас участников, они подойдут. Хорошо, спасибо, Бакыт. Так, Россия у нас здесь. Узбекистан, пожалуйста. Уважаемые коллеги, Ташкент приветствует вас. Вас видно и слышно. Спасибо. Здравствуйте. Слышим вас хорошо. Так, Таджикистан. Таджикистан пока не слышим. Пожалуйста, проверьте микрофон. Я не вижу Таджикистан. Вы видите, да? Таджикистан, мы не слышим вас. Нажмите, пожалуйста, кнопочку на микрофоне. А мы вас по-прежнему не слышим. Насиба, если вы там, пожалуйста, свяжитесь со специалистами технической поддержки. Пусть проверят, в чем дело. Так, мы перекличку закончили, предлагаю непосредственно приступить к нашему мероприятию. Порядок у нас будет следующий. Мы представим делегацию от Федеральной миграционной службы и затем перейдем к тем вопросам, которые заранее были высланы. После того, как закончит свое выступление представитель Федеральной миграционной службы, если будут дополнительные вопросы с площадок страновых, мы всем предоставим слово, как обычно. Илья Сергеевич. Можно? Да, пожалуйста. Добрый день, уважаемые коллеги. Хотел бы вас в первую очередь поблагодарить наших партнеров из Всемирного банка за возможность вновь встретиться и обсудить актуальные вопросы миграции. Как вы знаете, с 1 января 2015 года вступило в силу целый ряд изменений, в свете которых мы совместно с Министерством иностранных дел Российской Федерации проводили активную разъяснительную кампанию. Как на экспертном уровне, так и с помощью международных организаций, которые вы здесь представляете, научного и академического сообщества, которому мы традиционно благодарны за поддержку, и также в формате высоких встреч руководства миграционной службы Константина Олеговича Рамадановского с послами государств, Содружества независимых государств МИД России. Общеизвестно, что с 2012 года мы последовательно совместно с другими федеральными органами исполнительной власти реализуем утвержденную в 2012 году концепцию миграционной политики Российской Федерации.
Работа ведется постоянная, планомерная и действительно очень динамичная. Например, в 2013 году было принято порядка 27 нормативно-правовых актов, затрагивающих различные степени вопросов миграции. В 2014 году это 29. И одним из ключевых направлений здесь является продолжение работы по созданию, модернизации дифференцированных механизмов привлечения различных категорий трудовых мигрантов в Россию. Также общеизвестно, и данные Всемирного банка это ежегодно подтверждают, что Российская Федерация остается одним из государств-лидеров по масштабам миграции и ключевым государством назначения на пространстве Содружества независимых государств. По разным оценкам, ну, от месяца к месяцу оценка немножечко колеблется, потому что где-то въезд больше, выезд больше, но в среднем около 80% граждан, прибывающих в Российскую Федерацию, являются гражданами Содружества независимых государств. И там, соответственно, процентное соотношение, это в среднем 70%, от которых едут для осуществления трудовой деятельности. С 2010 года, как вы знаете, у нас успешно были запущены два института. Это институт разрешения на работу для высококвалифицированных специалистов, которым сегодня воспользовалось более 86 тысяч оформленных документов. И институт патентирования для граждан с безвизового пространства СНГ, которые осуществляют свою трудовую деятельность у физических лиц. Соответственно, с 1 января 2015 года, как вы знаете, институт патентирования существенно модернизирован. Фактически можно говорить о том, что квоты для иностранных граждан, въезжающих в нашу страну из безвизового пространства СНГ, для трудовой деятельности отменены. Их заменяет универсальный патент, который позволяет работать как у юридических, так и у физических лиц. Соответственно, плата за данный документ определяется субъектом федерации нашего государства. И вводится также необходимость предоставления дополнительных документов. Но об этом, я думаю, мы с вами поговорим подробнее в рамках тех вопросов, которые наши коллеги из Всемирного банка любезно предоставили заблаговременно. По традиции наших встреч, если какие-то вопросы, какой-то перечень у нас остается без ответов, вы знаете, что миграционные аспекты, они всегда разноплановые, и не всегда здесь одно ведомство отвечает за ту или иную услугу или процедуру, то мы со своей стороны, мы или компетентное ведомство, в чьих ответственности это находится, это дополнительно проработаем. Хотел бы представить вам своих сегодняшних коллег на встрече от Федеральной миграционной службы. Борис Валентинович Воробьев руководит отделом в управлении содействия интеграции. Павел Валерьевич Дутов, заместитель начальника отдела департамента по организации работы с иностранными гражданами. Гудина Марина Валерьевна также представляет департамент. И Юлия Владимировна Сычева, управление внешних связей. Собственно, я также являюсь представителем управления внешних связей. И что мы там еще забыли? И Гринберг. Данил Давидович от управления законопроектной деятельности Федеральной миграционной службы. Ну, насколько я знаю, что у нас также мы благодарны нашим партнерам из Министерства труда Мыльников Денис Александрович и коллега из МИД России, насколько я знаю, должна тоже с нами быть. Спасибо большое за вступительное слово представление делегации. Я думаю, теперь можно непосредственно перейти к вопросам. Затем, если останутся после этого еще какие-то дополнительные вопросы, мы уже будем обсуждать в формате диалога. Пожалуйста, кто начнет? Да, по вопросам, там, по этому доступу. Да, можно спросить. Вот. Первый вопрос, наверное, отвечу я, как представитель департамента по работе с иностранными гражданами. Вопрос от Молдовы. Стоимость полиса медицинского страхования и документа, в скобочках, медицинская справка, подтверждающая отсутствие заболеваний наркомании, СПИДа и другие. Вот стоимость полиса медицинского страхования, она различна, так как различные
страховые организации предоставляют эту услугу. Насколько нам известно, стоимость полиса, она в среднем составляет 3000 рублей, но у каждой страховой, да, организации, так как это добровольное страхование, она может устанавливать различную стоимость полисов в зависимости от и возраста самого иностранного гражданина, и от других факторов. Но в настоящий момент хочу отметить, что Банк России, так как он является ответственным за страховой рынок, прорабатывает вопрос установления стандартных требований к страхованию, как раз страхованию трудовых мигрантов. И по итогам этой работы вопрос полиса, да, и его страхового покрытия и всех остальных проблемных вопросов будут решены в стандартных правилах страхования, которые будут, надеюсь, разработаны и в ближайшее время утверждены. Стоимость медицинской справки. Также хочу отметить, что, да, выдача медицинских справок, то есть документов об отсутствии особо опасных заболеваний, это также коммерческая деятельность медицинских организаций, которые имеют соответствующие лицензии. Поэтому эти медицинские организации сами устанавливают стоимость, и она различна даже от региона к региону. Мы в свое время прорабатывали вопрос стоимости полисов, стоимости медицинских вот этих вот документов, и она отличается от субъекта к субъекту в разы. Насколько я помню, минимум на тот момент было 1500 рублей, не могу вспомнить, какой это был субъект, потому что это было 3 года назад, когда мы этот вопрос проработали. Максимум был, насколько я помню, около 11000 рублей, это где-то был Дальний Восток, какой субъект, тоже не могу сказать уже. Вот. Поэтому стоимость как полисов, так и документов медицинских устанавливаем, соответственно, не мы, это коммерческая деятельность соответствующих организаций, поэтому она может быть различна. Но в среднем стоимость медицинского полиса составляет около 3000 рублей, и медицинских документов тоже где-то в районе этой суммы. Второй вопрос. Второй вопрос это... Ну, давайте я скажу. Уважаемые коллеги, второй вопрос. Сколько стоит экзамен тестирования на подтверждение знания русского языка, истории и законодательства? Что можно сказать на сей счет? Значит, есть 5, начну издалека, есть 5 высших учебных заведений, которые входят в так называемый в российский тестовый консорциум, которые имеют право заключать договора с локальными центрами тестирования. 5 высших учебных заведений. Это, прежде всего, Российский университет Дружбы народов, это Московский государственный университет, это Институт русского языка имени Пушкина, Санкт-Петербургский государственный университет и Тихоокеанский государственный университет. Стоимость тестирования иностранного гражданина по решению тестового консорциума составляет 4900 рублей. Если иностранный гражданин, соискатель разрешения на временное проживание или вида на жительство, то сертификат будет, стоимость сертификата будет составлять 5300 рублей. При этом хочу сказать одно, что по времени тестирования, если мы говорим про первый вариант, когда иностранный гражданин получает документ, дающий право на работу, по времени это достигает 1.5 часа. Если это разрешение на временное проживание или вид на жительство, то составляет 2 часа 15 минут. В случае, еще хотел отметить один немаловажный фактор, в случае потери сертификата, которые выданы уполномоченными на то учебными заведениями, иностранный гражданин имеет полное право обратиться, и будет это стоить 810 рублей.
И в течение двух недель при потере сертификата иностранный гражданин имеет право получить дубликат. Борис Валентинович, один вопрос уточняющий. А вот как эти 500 рублей, которые, я понимаю, в Сахарово, да, в центре, в миграционном центре, который ГБУ Москвы, там 500 рублей стоит этот тест. И где еще? На какая-то разница большая, да, уж какая-то? 500 рублей там и 400, это как? Они какое отношение к этой системе имеют? Они тоже лицензированы, они уполномочены или что это такое? Как-то у народа вопрос возникает. Какой статус у этого? Но у нас законом предусмотрено, да, с 1 января, что для получения патента иностранный гражданин может представить документ, подтверждающий прохождение соответствующего экзамена владения русским языком, знание истории России и основ законодательства, по форме и порядку, который установлен субъектом Российской Федерации. Такие положения в 115-м законе есть. Вот, соответственно, вот тот документ, это документ, это не сертификат, который предусмотрен законом, это еще один документ, который дает возможность иностранному гражданину подтвердить владение русским языком. А нет здесь противоречий? Есть закон, да, а есть какой-то еще как бы вот... ВМФЦ очень примитивный. Нет, подождите. Как мне вчера это... сказали те, кто видел, я хочу просто максимально упрощу. Да. 500 рублей, это очень простой. А как соотносится с тем, вот, что сертификат во всей стране? А это только в регионе. Если вы еще переедете в другой регион, вы будете в другом регионе платить еще раз 500 рублей. И сдавать снова местный экзамен. Как минимум. Да. Ну вот это где-то оговорено, определено. Это 15-11-15 закон. Все, спасибо. И потом, Вячеслав Александрович, возвращаясь к этому вопросу, значит, это прежде всего регламентировано постановлением правительства Москвы от 22 декабря 2014 года, номер 790 ПП. Все, спасибо. То есть... Да, перейдем, да, к следующему вопросу. Да. Третий вопрос. А, извините, второго... можно вопрос из Бишкека? Да, конечно. Вы упомянули только, по-моему, экзамен по русскому языку, да? А как по поводу экзаменов вот, остальных? Нет, комплексный экзамен. А, это комплексный экзамен, это комплексный русский язык. Можно ответить? Да, отвечай. Это, я упомянул, прежде всего, это сдача комплексного экзамена, куда включается знание иностранным гражданам русского языка, истории России и основ законодательства Российской Федерации. Понятно. То есть это в одном месте, в одно и то же время полтора часа займет? Совершенно верно, да. Это причем максимальное время, если соискатель, соответственно, имеет хорошую подготовку, то это может занять немножко меньше времени. Полтора часа – это максимальное время проведения данного экзамена. А как будет проходить оценка? Допустим, может человек хорошо владеет русским языком, но не очень хорошо знает историю России или законодательство России. Каким образом он будет его, какая будет оценка дана? Может он получить сертификат для того, чтобы получить разрешение на работу после этого? Если самый коэффициент, наверное, имеется в виду какой-то резерв. Вы знаете, это вопрос, конечно, не к Федеральной миграционной службе, а к Министерству образования и науки Российской Федерации. Все те требования, которые вот вы сейчас хотите от меня услышать, они были разработаны Министерством образования и науки. То есть все это, скажем, их юрисдикция. Я вот не могу... Да, я хотел бы дополнить, да, есть отдельный приказ Миноборнауки, который утвердил минимальные требования для прохождения экзамена. То бишь они есть, они утверждены, и, соответственно, образовательные организации ими руководствуются для... подтверждение владения или не владения, соответственно, русским языком, знание или незнание, история России, основ законодательства. Хорошо, спасибо, понятно. Скажите, пожалуйста, можно вопрос в Беларуси? Конечно, конечно. Да, скажите, пожалуйста, гражданам Беларуси необходимо сдавать этот экзамен, несмотря даже на то, что у нас один из государственных языков русский? Нет, конечно, нет. Они же без документов. Но смотрите, давайте я поясню, да, если у нас есть отдельное, да, международное соглашение о равных правах, да, то бишь, соответственно, у нас граждане Беларуси могут осуществлять трудовую деятельность,
без необходимости получения разрешительных документов, да, на право члена трудовой деятельности. А документы, подтверждающие владение русским языком, знание истории России, основ законодательства, они представляются в ФМС при получении документов. Соответственно, граждане Беларуси документы получать не надо, соответственно, и они не осуществляют как бы подтверждение владения русским языком, знание истории России, основ законодательства. Соответственно, им такие сертификаты получают, нет необходимости. Да, это понятно, спасибо. А для получения вида на жительство? Это нет, это другой вопрос. Получается, у нас в законе, да, если у нас в 185-м законе, да, который утвердил 2 года назад необходимость владения русским языком для тех иностранных граждан, которые прибывают в Российскую Федерацию и хотят работать в жилищно-коммунальном хозяйстве, в розничной торговле, вы помните, и в бытовом обслуживании. Для них необходимо было получить, да, документ. Они этот документ не предъявляли, если, соответственно, там было положение, соответственно, которым, если они являются гражданами стран, в которых, соответственно, русский язык является государственным языком. В положениях уже действующего законодательства про, соответственно, документы, подтверждающие русский язык, знание истории России, основ законодательства, да, для их подачи на получение разрешения на временное проживание, видов на жительство и разрешения на работу и патентов, такого положения нет. Соответственно, получается, граждане Белоруссии для получения разрешения на временное проживание, видов на жительство должны подтвердить соответствующими документами владение русским языком, знание истории России, основ законодательства. За исключением определенных условий, определенных положений и определенных категорий, которые предусмотрены соответствующим законом. И еще я хотел бы добавить, дополнить вот Павла Олеговича. Значит, возвращаясь к 185-му федеральному закону, тот сертификат о знании русского языка, который получал иностранный гражданин, он действителен и сейчас. И если иностранный гражданин имеет этот сертификат, который он получал 2 года назад или год назад, он может использовать его при сдаче комплексного экзамена. Не принимают. Еще раз говорю, это я консультировался с Министерством образования и науки, они сегодня представителя своего не представили, но засчитывается русский язык, и иностранный гражданин, предъявляя этот сертификат, он сдает всего 2 блока. Это блок, касающийся истории и основ законодательства Российской Федерации. Сейчас, я можно закончу, тогда вы меня поправите. Значит, ситуация какая? Надо иностранному гражданину, предъявившему вот этот сертификат, ему надо будет просто доплатить сумму 1900 рублей. То есть комплексный экзамен стоит 4900, соответственно, 1900 он доплачивает и сдает 2 блока. Еще раз повторю, история и основа законодательства. Те граждане, которые закончили в 91 году, почему требуют от них вкладыш к аттестату и прочее? Я думаю, что вообще нужно отменить требование предоставления аттестата, если человек действительно закончил до 91 года. Вчера на заседании ФМС нам сказали, а русский язык на территорию Советского Союза вообще не преподавали. Поэтому вообще нужно отменить требования предоставления аттестации для тех граждан, которые до 91 года получили аттестат и дипломы. В законе прописано, что те аттестаты, которые были выданы до 91 года, они принимаются как аксиома, и никаких проблем нет. Это федеральный закон. У Таджикистана вот. Абсурдная ситуация, но ее надо разрулить. Так, хорошо. Я предлагаю вернуться к тем вопросам, которые были заданы заранее. Да? Давайте мы по ним пройдемся, а потом уже перейдем к дополнительным. Пожалуйста, по следующим вопросам от Молдовы. Да?
Так, третий вопрос. Да, третий вопрос про вот. Если по второму пункту взимается оплата, не противоречит ли это конвенции МОД о миграции с электротрансфорта, где указано, что трудовые мигранты не оплачивают за документирование, ведь за патент тоже мигрант платит. Вот. Мигрант не платит за патент. Мигрант, соответственно, он уплачивает налог на доходы физического лица, да, авансовый платеж. То бишь, это не плата за патент. Мы не взимаем, да, государственную пошлину за предоставление этой государственной услуги, которую предоставляет. Соответственно, государственная пошлина законодательство не предусматривает, да, патент. За патент иностранец ежемесячно, да, или может за раз заплатить авансовый платеж на доходы физического лица. И, соответственно, на этот срок получить право на осуществление трудовой деятельности. По поводу противоречия конвенции МОД об уплате за экзамен тестирования. Ну, это же опять же вопрос больше не к ФМС, потому что да, мы как бы это не наши подведомственные фактически как бы организации. Потому что это образовательные организации. Они имеют соответствующую лицензию на образовательную деятельность. И контроль за, да, за этой деятельностью осуществляет Министерство образования и науки, а не ФМС. По нашему мнению, здесь противоречия как такового нет. Вот по четвертому вопросу. А вы вообще присоединились к этой конвенции? А здесь на самом деле очень понятно, что конвенция. Мы не ратифицируем. Мы не ратифицируем. Противоречия, да, противоречия с международными какими-то нормами здесь. Если мы не присоединились, то это... То есть ответ стоит следующим, что мы к этой конвенции не присоединились, поэтому... Да. Поэтому наши, да, ничего не противоречит. А четвертый вопрос могли бы прокомментировать тут по периоду пребывания и запрету на въезд? А когда начинает действовать, да, когда наши фактически сотрудники будут принимать соответствующие решения? Соответственно, надо сказать, что этот, да, закон вступил в силу в этом году. Да, и поэтому закон, ухудшающий положение, да, в том числе иностранных граждан, они обратной силы не имеют. И мы со своей стороны будем высчитывать сроки, да, сроки, которые после этого будут, сроки, которые будут выявляться основанием для ограничения въезда с момента вступления в силу закона. И, соответственно, в случае, да, брать пример, в следующем году у нас на территории Российской Федерации будет находиться, допустим, иностранный гражданин из безвизовой страны въезда, да, он будет находиться больше года, не продлив установленный порядок срока пребывания, соответственно, мы ему закроем въезд на 10 лет, к примеру. Да. Поэтому, ну, с начала этого года мы начинаем учитывать все. Спасибо. Скажите, Молдова, вот по заданным, прокомментированным вопросам есть еще какие-то уточняющие у вас вопросы? Пока вас не слышим, проверьте микрофон. Сейчас слышно? Да, слышно. Пожалуйста. Да. Я хотел бы все-таки уточнить. А медицинская страховка, полученная гражданином Молдовы у себя на родине, оплаченная, она действует на территории Российской Федерации? Нет, не действует, потому что в законе, да, четко написано, да, в статье 13.315 закона, что эти медицинские договора полиса, они должны быть выданы организациями, соответственно, которые осуществляют свою идею в соответствии с российским законодательством. А какая-то работа ведется в том направлении, чтобы заключить, допустим, договора между Российской Федерацией и Молдовой о том, чтобы действовали российские медицинские страховые полисы у нас в Молдове, а наши у вас? Как это, например, вот в Италии, насколько мне известно, молдавские страховые полисы действуют? Насколько я помню, там есть, да, исключение в случае, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации. Поэтому, в принципе, на такие договоренности
возможно выйти на межгосударственном уровне. Но пока их нет, правильно? Пока что да. Пока... Такой работы, ну так возьмите на заметку, мы для этого, по-моему, собрались все сегодня. Вот теперь есть предложение такой работы. Она, кстати, была начата в 2006 году или 2007 году под руководством Зурабова еще, Михаила Зурабова, и тогда вопрос решался. Я даже ездил в Таджикистан, и, собственно, практика такая, когда она считает с Европой, да, мы же покупаем здесь страховку, а не в Европе, когда приезжают, вот, мировая. Ну, она почему-то стала, понятно почему, каждый день собирает лучше здесь, чем там. Еще вопросы есть какие-то из Молдовы? Есть вопросы, да, слышно меня? Вот вы говорите, что... Дипломы, которые до 91-го года, а после 91-го у нас есть школы с обучением на русском языке, в том числе, допустим. То есть эти дипломы, что не действительно, это что, уже не русский язык получается? После 91-го года, в принципе, принимаются документы, если иностранный гражданин проходил обучение на территории Российской Федерации. То есть до 91 года, еще раз говорю, принимаются все общеобразовательные документы. Это как аксиома. Независимо, обучался он там в Грузии, в Армении, в Таджикистане до 91 года. Да, в Советском Союзе, совершенно верно. Вот. После 91 принимаются документы, еще раз говорю, если иностранный гражданин обучался здесь, на территории Российской Федерации. Да, но получается тоже обучение на русском языке, то есть в чем отличие? Человек тоже может не сдавать в таком случае экзамен по русскому языку, по крайней мере. Нет, я хотел бы отметить, что положение о, соответственно, о подтверждении владения русским языком в знании истории России основ законодательства, они являются положениями закона. Да? В законе определены те документы, которые подтверждают владение русским языком в знании истории России основ законодательства. Предусмотрено, что это документы, полученные на территории СССР до 91 года, до 1 сентября. Документы, полученные на территории Российской Федерации после 91 года. Сертификата владения русским языком, знание истории России, основ законодательства. И, соответственно, для иностранных граждан, которые обращаются за получение патента, это документ, подтверждающий сдачу экзамена, о чем мы говорили как бы, в начале нашего обсуждения. А закон утвердил, соответственно, вот перечень этих документов, соответственно, и с нашей стороны мы не можем принять документы иные, чем это предусмотрено в законе, потому что перечень таких документов установлен законом. Есть еще один вопрос из Молдовы. Скажите, можно, пожалуйста. Секундочку, пожалуйста, Молдова. Да. У нас здесь продолжение вот комментариев предыдущего. Угу. Пожалуйста. В Российской Федерации есть международные договора, которые подтверждают признание дипломов, полученных в иностранных государствах. То есть я бы хотела узнать, например, если у нас есть соглашение с Молдовой о признании дипломов, полученных в Молдове. То есть как коррелируется это вот с этим вот подтверждением? Нет. Есть. Нет, но вот при поступлении в аспирантуру... У нас в этих всех международных соглашениях, насколько я помню, установлен как бы круг положений, для чего нужно подтверждение. Да? И насколько там написано, для подтверждения профессиональной. И, там не написано, что это для подтверждения владения русским языком в истории России основ законодательства, для подачи документов на получение каких-либо разрешительных документов в Российской Федерации. Если такое будет положение установлено, то, соответственно, оно будет иметь приоритет на территории Российской Федерации, и эти документы мы не принимаем. То есть, если человек, например, филолог русского языка, получил документ, у него есть, и он, собственно говоря, диплом, который подтверждает владение русским языком, то есть он признается на территории Российской Федерации, ему все равно нужно будет сдавать русский язык, как на знание русского языка, который он, в принципе, изучал, как преподаватель. У нас же это комплексный экзамен. Только русский язык, знание истории России, основа законодательства. Да. Резюмируя, значит, у нас получается следующее, что есть множество других документов, которые могли бы подтверждать знание русского языка, но нынешний закон предполагает
только то, что он предполагает, и нам коллеги это уже объяснили. Я предлагаю, чтобы не терять времени, перейти далее к вопросам от Армении. Возможно, те вопросы, которые есть у вас сейчас, они прозвучат в вопросах от Армении, да, и одновременно снимутся у вас. Так, пожалуйста, вопросы от Армении, они в основном касаются... Это нормально, да? Мы хотели еще один вопрос задать из Молдовы. Мы ждем. Молдова, хорошо, давайте, какой у вас вопрос, пожалуйста? Да-да-да, у нас такой вопрос. Нам из Молдовы в последнее время, особенно с начала этого года, видится, что вы часто высылаете молдавских граждан из России. Мы хотели бы узнать, есть ли статистика, по каким причинам из России высылаются граждане Молдовы? Может быть, не соответствуют образовательные документы или еще какие-то? И, может быть, у вас есть своя интерпретация этой проблемы? Спасибо. Федеральная миграционная служба, пожалуйста, скажите. Спасибо. Спасибо большое за вопросы, коллеги. В первую очередь хотелось бы отметить, что основания, по которым происходит фиксация нарушений, они все определены в федеральном законодательстве. Мы об этом практически еженедельно проводим встречи. Я не говорю конкретно с нашими молдавскими партнерами, я говорю в целом, что с зарубежными партнерами. Это первый момент. Поэтому далее, значит, то, что касается статистики, также здесь вы знаете, что в Российской Федерации в целом реализуется так называемая программа открытого правительства, где ключевые данные о деятельности публикуются. У нас, если вы зайдете на наш ведомственный сайт в интернете, вы увидите показатели ключевые деятельности службы, в том числе ссылки на количество граждан тех или иных государств, привлеченных к административной ответственности. Закрытие по странам нет там. Если вы опять же зайдете, вот, допустим, сейчас и посмотрите, там проходили встречи с нашими молдавскими коллегами, представителями различных партий, где эти вопросы обсуждались. И если можно, я завершу, и тогда с удовольствием на ваши вопросы отвечу. Это первое. И второе, значит, то, что касается проблемных случаев, как вы знаете, также отработан механизм, когда граждане, у которых были родственные связи или документы, которые по тем или иным причинам, значит, не были отфиксированы в материалах, это все также работает механизм рассмотрения этих жалоб, принимаются соответствующие решения оперативно. Что касается информации на сайте ФМС, в частности этого вопроса, мы посмотрим информацию, о которой вы спросили, там, да, есть ссылки в интервью. И пришлем по завершении этой видеоконференции. Этот вопрос мы себе зафиксировали. Так, теперь переходим тогда к вопросам, пожалуйста, от Армении. Вопросы от Армении касаются правил, которые действуют для граждан Армении. И здесь есть некоторые особенности. Пожалуйста, коллеги из ФМС, комментируйте. Да, ну, как вы все знаете, Армения в настоящее время входит в... вступила в Евразийский... Экономический союз, да, и как с нашей стороны, так и со стороны Армении, да, на нас распространяется положение договора о Евразийском экономическом союзе. Соответственно, в этом договоре прописаны преференции для трудящихся мигрантов из граждан стран, которые заключили договор. Соответственно, вот вопрос, да, могут ли, соответственно, граждане Армении по истечении срока действия решения на работу или патента сразу же заключить трудовой договор, или же они должны покинуть территорию России и вновь вернуться туда по истечении 90 суток. Ну, комплекс этих вопросов связан больше, по большому счету, с тем, что мы называем, да, срок продления временного пребывания. У нас в договоре, да, о ЕАЭС написано, что срок временного пребывания иностранному гражданину, да, трудящийся мигрант, соответственно, продлевается, да, в стране, в котором приехал трудиться, на срок осуществления трудовой деятельности, на срок действия заключенного им трудового либо гражданско-правового договора. Соответственно, граждане Армении, которые заключили
соответствующие договора на территории Российской Федерации, могут обратиться в ФМС и продлить соответствующий срок времени пребывания на срок действия такого договора. Полномочиями по утверждению порядка продления срока временного пребывания они у нас появились 1 января этого года. Соответствующий приказ ФМС России за номером 655 издан, в котором установлен порядок продления срока времени пребывания, в том числе и для граждан Республики Армения, для граждан Белоруссии, для граждан Казахстана. Да? Никакой проблемы нету. Соответственно, трудовой мигрант из Армении может свободно приехать в Российскую Федерацию, заключить трудовой или гражданско-правовой договор и продлить срок времени пребывания. В случае, если он трудовой договор или гражданско-правовой договор расторг, то договором о ЕАЭС предусмотрено, что он в течение 15 дней может свободно найти нового работодателя, заключить новый договор и, соответственно, дальше продолжать осуществлять трудовое действие на территории Российской Федерации. Поэтому, в принципе, мне кажется, я на все вопросы, которые есть от Армении, ответил. Если есть какие-то еще вопросы... Да, Армения, пожалуйста, ваши вопросы и дополнительные комментарии. Да. Во-первых, я бы хотела уточнить, ответ на первый вопрос не совсем, так бы, наверное, не совсем то, что мы ожидали, то, что мы спрашивали. Если можно, я повторю, о чем мы спрашивали. Речь идет о том, если гражданин Армении, который имел патент или разрешение на работу, который он получил в прошлом году, До 15-го года. Теперь, по истечении срока этих документов, он сколько времени может оставаться в России до заключения договора, нового трудового договора? Речь идет об этом. Или он обязан выехать из России, или же он может оставаться в течение некоторого времени, и конкретно сколько он может оставаться, и заключить трудовой договор? Смотрите, получается, если у гражданина Армении есть, соответственно, разрешение на работу, да, у него уже заключен трудовой или гражданско-правовой договор. Потому что у него есть разрешение на работу, да, он уже осуществляет трудовую деятельность. По окончанию срока действия разрешения на работу, да, ну, лучше, конечно, заранее обратиться к нам в ФМС, и мы продлим срок временного пребывания на основании данного договора, да, на срок действия трудового договора. Срок времени пребывания продлится, и он уже, гражданин Армении, без разрешения на работу, сможет дальше продолжить осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Я прошу прощения, но речь идет о том, что, предположим, у него этот контракт уже закончился, он уже меняет работодателя и должен заключить новый договор. Речь идет об этом. У него есть 15 дней для заключения нового трудового договора, об этом же я уже сказал. Выезжать надо его или не надо? Не надо выезжать. Же договор о ЕАЭС четко говорит, что трудовому мигранту в течение 15 дней с момента расторжения договора он может без выезда найти себе нового работодателя или заказчика работы услуг, заключить договор и дальше продолжать осуществлять трудовую деятельность. Я прошу прощения, что это получается как бы у нас диалог, но хочу уточнить, что этот 15 дней предусмотрено в тех случаях, когда по вине работодателя, не по вине работника, был расторгнут трудовой договор. Это другой случай. Ну хорошо, если ответа нету, я... Нет, я бы хотел бы выговорить про тот случай. Это та норма, которая была, насколько я помню, в 115-м федеральном законе, законе о правоположении иностранных граждан. А мы здесь говорим о положении договора об учреждении Евразийского экономического союза, где отдельно прописано, что в течение 15 дней иностранный трудовой мигрант может заключить новый трудовой договор или гражданско-правовой договор без необходимости выезда из страны трудоустройства. Можно следующие вопросы? Да, пожалуйста.
Так, у нас был еще один вопрос, отправленный в письменной форме. Если можно, я зачитаю. На основании какого документа трудовой мигрант из Армении, который заключил трудовой договор в России, а также члены его семьи, могут подтвердить свое легальное пребывание на территории Российской Федерации? Вот смотрите, вот я уже тоже об этом говорил, да, и говорил, да, как это называется, да, у нас соответствует положению законодательства, да, иностранный гражданин, в том числе гражданин Армении, да, для законного нахождения на территории Российской Федерации, да, свыше 90 суток, если он является временно пребывающим, да, он должен продлить срок временного пребывания на территории Российской Федерации. Соответственно, при въезде на территорию Российской Федерации у гражданина Армении, да, после въезда, да, у него есть документ созреющей личности, миграционная карта. В миграционной карте указывается срок временного пребывания. Соответственно, когда он продляет срок временного пребывания, да, приходит в ФМС, приносит договор, да, который он здесь заключил, то сотрудники ФМС на бланке миграционной карты с оборотной стороны ставят штамп о продлении срока временного пребывания. И вот эта миграционная карта, соответственно, будет являться тем документом, который будет подтверждать его право на нахождение на территории Российской Федерации, да, вот как бы в виде бумажного документа. Но, соответственно, в базе данных ФМС тоже отразится информация о том, что срок времени пребывания ему продлен до такого-то периода времени. И мы эту информацию будем вводить уже вот, как бы в режиме реального времени, да, через нашу базу данных. Спасибо большое. Если можно, следующий вопрос. На какой период может заключаться трудовой договор? И в связи с этим, насколько нам известно, регистрация делается только на один год с последующим продлением. Правильна ли такая информация, которая у нас есть? Минтруд, как без годов ответить. Давайте я отвечу за Министерство труда. У нас, в принципе, в конце прошлого года, да, вступил в силу закон, который разрабатывал Министерство труда, который внес изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, да, это наступал 409-й федеральный закон. Там появилась отдельная глава, которая предусматривает в том числе основания. Как бы, да, у нас трудовой кодекс предусматривает основания срочности договоров, бессрочности договоров и каких-либо оснований, связанных с тем, что иностранный гражданин является там иностранным гражданином и надо устанавливать срочный, с ним заключать срочный трудовой договор. Такого основания в трудовом кодексе нету. Есть другие основания, это либо сезонная работа, да, соответственно, договор заключается срочный. А в основном, и как и с нами, с гражданами Российской Федерации, трудовые договоры заключаются бессрочно. Но сколько, как у нас состоит практика, по практике мы, насколько мне известно, продляем на год, и через год мы опять же продляем срок временного пребывания, для, если трудовой договор заключен на неопределенный срок. Ну и такую работу мы проводим, и каких-либо проблем... с точки зрения иностранных граждан у нас не возникает. А если срочный договор на 2-3 года заключен, то мы сразу продлеваем срок пребывания на 2-3 года. Спасибо большое. Если можно, еще два коротких вопроса, и мы закончим. Если можно, немножко поговорим насчет договоров с физическими лицами. Мы получаем много жалоб от наших граждан о том, что ФМС отказываются регистрировать такие договора, так как
это объясняют тем, что и в законодательстве нет такого, чтобы с физическими лицами был заключен договор. Я имею в виду тот тип договора гражданского правового, который был установлен соглашением о Евразийском экономическом союзе. У нас по нашему законодательству, исходя из понятий работодателя и заказчика работы услуг, и исходя из понятийного аппарата договора о Евразийском экономическом союзе, у нас работодателями, соответственно, могут быть и заказчиками работы услуг, могут быть граждане Российской Федерации, да, то бишь физические лица. Поэтому каких-либо проблем с возможным продлением срока времени пребывания возникать не должно. Это, возможно, отдельные случаи. Поэтому, если вы дополнительно нам дадите информацию, то мы как бы постараемся эти вопросы снять. Потому что это больше, наверное, отдельные случаи возникновения, да, каких-то сложностей. А большей частью наши все территориальные органы проинформированы о вступлении Армении в Евразийский экономический союз. И, соответственно, проблем, но мы вот от вас первый раз слышим, что такие проблемы существуют. Спасибо большое за ответ. Да, в этом случае, если можно оставить контакты, куда мы можем пересылать такую информацию через Всемирный банк. И последний вопрос, тоже жалобы о том, что наши граждане, трудовые мигранты, не знают, где им нужно будет платить налоги, потому что из ФМС их отправляют в налоговую службу, из налоговой службы ФМС. Тоже очень много жалоб на этот счет. Ну, давайте, мы больше, конечно, не фискальный орган, да, но стараемся ответить, да, в части как бы того, что мы знаем, да. У нас как бы налогоплательщик, да, иностранный гражданин, он тоже является налогоплательщиком, да. Но если он работает у работодателя, у юридического лица, да, соответственно, то юридическое лицо выступает налоговым агентом, да, и соответственно уплачивает за налогоплательщика, соответственно, налоговое отчисление в соответствующие бюджеты, да, налоговые отчисления как по налогу на доходы физических, так и по другим налогам, по другим сборам, да, пенсионный фонд, фонд социального страхования, все остальные вещи. Но речь здесь в большинстве идет в случаях, когда работодателем является физическое лицо. Вот по этим вопросам я лично не готов пояснить, каким образом выступает ли физическое лицо налоговым агентом по отношению. Это больше вопрос к фискальному органу, к налоговой службе или к Министерству финансов. Ну, есть вопросы? У нас больше вопросов нету пока что. Спасибо. Если можно, я бы просто просила организовать как-то контакт, чтобы мы могли вот переписываться или уточнять такие возникающие вопросы. Спасибо. Ну, вы знаете, в первую очередь можно переписываться через нашего главного визави в вашей республике, Государственную миграционную службу Армении. У нас есть постоянные рабочие контакты в рамках Совета руководителей миграционных органов СНГ и на двусторонней основе. Здесь практически еженедельно идет взаимодействие, поэтому, пожалуйста, этот канал отлажен. Ну и через наших коллег Всемирный банк также. Спасибо большое, коллеги. Мы переходим далее к вопросам из Таджикистана. Ряд кратких вопросов от Таджикистана. Пожалуйста, прошу прокомментировать. Кто будет налагать штраф за несвоевременное представление документов? Ну, здесь, может быть, не все, да, немножко осведомлены, да, у нас получается закон, который реформировал систему патентов, предусматривает, что иностранный гражданин при въезде в Российскую Федерацию должен обратиться за получением патента в течение 30 дней с момента въезда.
в случае, если он нарушил этот срок, то для подачи документов на получение патента он должен предоставить документ, свидетельствующий об уплате штрафа за нарушение срока. Штраф, он установлен, размер штрафа от 10 до 15 тысяч рублей. Соответственно, правом составления протоколов по таким делам и правом рассмотрения дел об административных правонарушениях, да, наделены наши сотрудники. Соответственно, протоколы будут составлять наши сотрудники, рассматривать дела будут наши соответствующие руководители в территориальных органах. Каким образом будет определяться шкала от 10 до 15 тысяч? У нас дело об административном правонарушении в соответствии с кодексом об административных правонарушениях, оно индивидуально для рассмотрения. То бишь в каждом конкретном случае то должностное лицо, которое рассматривает дело, оно принимает решение о наложении штрафа, либо по наложении штрафа, да, соответствующем размере. Если установлено размер от 10 до 15 тысяч, то бишь в каждом конкретном случае наш руководитель, соответственно, будет принимать решение, налагать ли штраф в минимальном пороге, либо в максимальном, либо в усредненном при рассмотрении каждого конкретного случая. Да, пожалуйста. Там главный ФМС Москвы, выступая, сказал, что в силу неотлаженных механизмов выдачи патентов сейчас и начала процесса, пока штраф ФМС налагать не будет. Вот есть ли об этом какой-то документ или это просто, так сказать, общее заявление? Если он есть, то где его можно посмотреть, чтобы на него ссылаться? И до какого времени будет длиться эта фаза, если это существует? Ну, мы о таком выступлении замглавы ФМС по Москве не слышали. Здесь несколько человек, это был в торгово-промышленной палате города Москвы, публично в присутствии министра правительства Москвы было сказано, что это принято, об этом принято такое решение. Понятно. Я, Таджикистан, еще один вопрос, поскольку их там нет. Скажите, пожалуйста, а вот было межправосоглашение между Россией и Таджикистаном о том, что разрешение будет выдаваться на 3 года? Если в связи с тем, что да, разрешения не будет, межправосоглашение есть, а патенты можно на 3 года выдать? Как это вообще будет? Там же то разрешение, которое прописано в соглашении, оно же получается написано разрешение, которое дает право на член трудоводителя. Там написано, что это именно то разрешение на работу, которое было выдано в соответствии с... Ну, если это трудовой действие, мы же понимаем. Ну, это, соответственно, у нас документ, который дает право без визовика осуществляет трудоводитель, это патент. То есть вы его просто как бы... Если гражданин Таджикистана, да, оплатит, у нас же срок действия, да, документа определяется сроком, соответственно, определяется платежным документом, да, который с оплатой налога. Если он, соответственно, оплатит... За 3 года? То мы ему сразу дадим документ. Патент на 3 года? А при этом индексация не предусмотрена. У нас, я вам могу рассказать, каким образом формируется стоимость, да, точнее стоимость, а сумма налогов. Она формируется из базовой суммы налога, это 1200 рублей, из коэффициента дефлятора, который устанавливается Минэкономразвитие ежегодно, и, соответственно, из региональных коэффициентов, которые установлены субъектами Российской Федерации. Исходя из этого, допустим, на территории порядка 30 субъектов у нас сумма установлена с учетом коэффициента дефлятора федерального около 1500 рублей, а там, где установлены соответствующие коэффициенты субъектов Российской Федерации, допустим, в Москве стоимость окончательная на этот год 4000 рублей, московская область 4000, а в Якутии, допустим, 7000 рублей. Поэтому формирование окончательная сумма налога, оно зависит от федерального, да, коэффициента дефлятора, и от регионального. Это все понятно. Я все-таки, да, вот к вам хотел обратить внимание. Не сможет сплатить вот, все-таки за 3 года. Законе сказано через год, и вновь, да, переоформляет патент. Как межправосоглашение с Таджикистаном, как оно будет функционировать с учетом изменившего наших законодательств? Межправосоглашение, оно уже выше по своему, да, как бы, да, юрисдикции, чем, скажем, нашего внутреннего законодательства.
Вот как оно будет функционировать? Как ты думали об этом? Или еще пока как-то в стадии? Вячеслав Александрович, ну, во-первых, мне кажется, коллега вам ответ дал и по поводу ставки, и по поводу срока по оплате. Мне кажется, что это как-то не очень убедительно. Это вообще неправильный ответ. Да, как-то вот. То есть понятно все. Ладно. А миграционный учет при этом не требуется продления? Вообще действие миграционного учета вот, в силу нормы? У Таджикистана. Вот, если там Таджикистан, мы слышали от вас одно слово пока. Еще раз что-то скажите, пожалуйста, мы проверим связь. Вот сейчас, может быть, микрофон не включен? Пока что не слышно вас. Это не так нажимаешь. Вот сейчас, да, мы, кажется, вас слышим. Но не очень хорошо. Может быть, громкость прибавить, попробовать? Давайте мы дальше по вопросам, может, пойдем. Здесь еще вопросы от Таджикистана достаточно. Если вы нас слышите хорошо, мы продолжим ответы на ваши вопросы, которые заранее были присланы. Да, ну второй вопрос, соответственно, мы уже обсудили в самом начале по тем документам, которые необходимы для подтверждения владения русским языком. Алло! Да, все слышим вас, Таджикистан. Вы нас слышите? Это Молдова. Молдова, да. Ну, во-первых, у нас просьба. Как-то, если вы организовали такую встречу, видеомост, собрали такое количество участников, а можно между собой не устраивать и там разбираться, так это или не так, и так и не давать конкретных ответов на заданные вопросы. Вот так слышно будет. Это впредь учтите, пожалуйста, при организации подобных видеомостов. Далее. Есть вот такой вопрос. Недавно лидер партии социалистов Молдовы Игорь Дадон побывал в Москве, в том числе, мы так поняли, с его заявлений, он встречался и с руководителями Федеральной миграционной службы России. Пообещал огромные там послабления для молдавских мигрантов и прочее. Вы в курсе вообще каких-то подвижек в этом отношении или нет? И о том, что вплоть до того, что будет создана какая-то служба в Молдове для облегчения судьбы наших граждан, которые хотят отправиться в Россию на заработки. Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, небольшая корректировка. Я думаю, никто из нас не вправе обсуждать то, что сказал другой гражданин, тем более представитель партии, встречаясь с вами. Мы при этом не присутствовали при его выступлении. И даже если присутствовали, я думаю, это, наверное, не совсем корректно обсуждать. То, что встреча у упомянутого вами депутата была с нашим руководителем, да, безусловно, такая встреча была. И опять же, вот я уже вам говорил один раз и повторю еще раз. Если вы зайдете на наш сайт, вы увидите, что встреча была и неоднократно с руководством миграционной службы. И действительно, там обсуждались актуальные насущные проблемы, которые возникают и возникали у молдавских граждан на территории Российской Федерации. Таджикистан, вопрос. Вы нас слышите? В Молдове, думаю, некорректно это обсуждать. Мы не обсуждаем заявления политикам. Нам результат важен, гражданам, понимаете? То, что правда, неправда. Нам подвижки интересны. Когда будет какое-то ослабление обещанное для молдавских мигрантов? Вот что, в этом суть вопроса. Не в политике том или ином. Вы знаете, у нас в целом есть концепция, о которой тоже мы неоднократно говорили, это создание центров домиграционной подготовки. Мы такой диалог ведем не только с вашим уважаемым государством, но со многими партнерами, потому что видим эффект, который это привносит. И для ваших граждан, да и принимающему государству тоже здесь удобнее работать. Такая работа, безусловно, с молдавскими партнерами у нас ведется. Спасибо, вот это я. Вопрос от Таджикистана, будьте добры, вы нас слышите? Спасибо. Да, спасибо, вопрос. Пожалуйста, Таджикистан. Ага, еще раз хотелось бы вернуться к вопросу. Во-первых, спасибо господину Вячеславу Константиновичу Поставнину за поднятый вопрос о соглашении между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией о сроках разрешения на работу сроком на 3 года для граждан Таджикистана. В связи с изменениями в законодательстве с 1 января
2015 года иностранные граждане, въехавшие в безвизовом порядке в Российскую Федерацию, будут получать патент. Значит, патент срок от 1 до 12 месяцев с правом переоформления еще на 1 год. Именно то, что вы сказали, для нас непонятно. Еще раз прокомментируйте, пожалуйста, именно то соглашение между Россией и Таджикистаном о разрешении на работу сроком на 3 года. Спасибо. Мы этот вопрос уже только что обсудили. У нас получается, то разрешение на работу сроком на 3 года, да, выдавалось на срок действия, да, насколько я помню, там написано на срок действия трудового или расправового договора. У нас, соответственно, новый документ, да, не новый документ, а модернизированная система патентирования, она предусматривает, что документ выдается, но, соответственно, он может выдаваться, да, на такой срок для граждан Таджикистана. Но за него гражданин Таджикистана, соответственно, как бы на этот срок должен уплатить налог на доходы физического лица. На весь сразу. Тот налог, если я вас правильно понял, вы хотите сказать налог по разрешению на работу за весь период, на 3 года? Так, у нас налог, НДФЛ. У нас авансовый платеж уплачивается, авансовый платеж не за разрешение на работу, авансовый платеж на доход физического лица за осуществление трудового действия на основании патента, уже того документа, который дает право осуществления трудового действия на территории Российской Федерации, в том числе граждан Таджикистана. То есть вы хотите сказать, гражданин Таджикистана имеет право получить патент и работает на основании данного патента 3 года? Если он оплатит НДФЛ за все 3 года? Вы же говорите о максимальном сроке. Он хочет получить патент на 3 года. Нет, мы констатируем закон Российской Федерации, где четко прописано, что патент выдается от 1 до 12 месяцев с правом продления его еще на 1 год. А здесь как еще на 3 года? А мы говорим о нашем соглашении международном. Павел, а прошлогоднее разрешение на работу для граждан Таджикистана, они будут еще 2 года? Если я извиняюсь, уважаемые участники, если я правильно понимаю, то то соглашение о разрешении на работу для граждан Таджикистана сроком на 3 года, то оно кануло в лету, походу. Вы понимаете, вы говорите о разрешении на работу. Там тот документ в том соглашении, да, о котором мы говорим, в понятийном аппарате раскрывает, что такое разрешение на работу. Это документ, дающий право на осуществление трудовой деятельности на территории Российской Федерации. Это, как бы, по сути, не только тот документ, да, то разрешение на работу, которое выдавалось в соответствии с нашим законодательством до 1 января этого года для иностранных граждан из безвизовых стран въезда, в том числе и граждан Таджикистана. Но это и патент, который выдается с 1 января, который дает право осуществлять трудовую деятельность у юридических лиц, да, уже с 1 января. Этот тот же документ, который дает право осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Просто я вас понял. Значит, еще раз уточнение, пожалуйста. Значит, гражданин Таджикистана получает новый патент с 1 января 2015 года, и срок действия патента для гражданина Таджикистана 3 года без выезда. Если он, естественно, будет предоплатой оплачивать НДФЛ. А есть какие-то механизмы для оплаты? Сразу. Будьте добры, ответьте, пожалуйста, на вопрос. Значит, авансовый платеж. Вы утвердительно ответили на последний вопрос. Возможность оплаты того или иного налога — это как бы не полномочия ФМС. Возможность оплаты налога и как бы... Можно сказать вам проще, что пока этот вопрос не проработан, и требует проработки просто. Потому что там разрешение на работу четко прописано. Разрешение на работу как дефиниция существует, да? И с точки зрения международного права, они имеют право на разрешение на работу, независимо от вашего патента.
вот имени граждан Израиля. Вы... Поэтому мне кажется, что требуется просто проработка. Прочитайте сами положение этого международного документа. Да, да, да. Там определено, что понимается под разрешением на работу. Там не... спасибо. Мы понимаем под понятием разрешения на работу вид документа, который давал право ранее физическим лицам осуществлять трудовую деятельность у юридических лиц. А по патенту исключительно осуществлять трудовую деятельность у физических лиц. Вот так оно раньше было. С Нового года универсальный патент дает право работать и у физических лиц, и у юридических лиц. У меня вопрос не в этом стоит. Вопрос о межсоглашении между Республикой Таджикистан и Российской Федерацией о сроках разрешения на работу именно вот этого документа для граждан Таджикистана, который предусматривал трехгодичный срок. Мы с вами знаем, что граждане Таджикистана в безвизовом порядке въезжают на территорию Российской Федерации, а под тем положением, которое с 1 января 2015 года введены, для безвизовиков предусмотрен патент для визовиков разрешение на работу. Пожалуйста. Коллеги, ну есть предложение следующего плана, поскольку вот здесь у нас уже дебаты переходят. И все сроки, скажем так, увеличиваются любого обсуждения. Давайте вот этот вопрос мы тогда ответ свой зарезервируем. Но хотел бы отдельно обратить внимание присутствующих, что, безусловно, любая деятельность, она всегда порождает критику, но критика, на мой взгляд, эффективна, если она конструктивна. А конструктивную критику мы всегда получаем, когда наши законодательные новеллы в соответствии с законом вывешивается на сайте Regulation. И в течение месяца все ваши замечания, предложения, они принимаются в работу в обязательном порядке. Они изучаются, прорабатываются с нашими партнерами. Вы знаете, что и элементы концепции, и элементы законодательства, которые сейчас у нас есть с вашими организациями, с нашими партнерами, и в первую очередь Содружество, поскольку это основной трек миграционный для нас, они прорабатываются. Поэтому вот, дабы такие моменты у нас из будущих встреч по возможности уходили, я лично вас призываю более активно этими инструментами пользоваться. Диалог мы с вами ведем с большинством из присутствующих постоянно. А наш ответ мы тогда зарезервируем, чтобы здесь не было некорректного непонимания. И отдельно с вами вас проинформируем. Большое спасибо. И еще один очень важный вопрос для граждан Таджикистана. У нас имеется список пограничных органов ФСБ России в отношении лиц, то есть граждан Таджикистана, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. Причем этот список имеет и сроки, то есть до какого срока гражданин Таджикистана не имеет права въехать на территорию Российской Федерации. Так вот, в чем суть вопроса? У нас имеются граждане, у которых срок запрета по данным спискам пограничных органов истек, допустим, 1 сентября 2014 года. Но при проверке по сайту ФМС о наличии запрета, данный гражданин до сих пор числится как имеющий основания для неразрешения въезда на территорию Российской Федерации. Прокомментируйте, пожалуйста, вот как понять, пограничная служба указывает, что сроки истекли запрета, запрет стоял до 1 сентября 2014 года, а при проверке по сайту ФМС он до сих пор числится как запретник, и мы не знаем, что посоветовать гражданину. И с кем решать данный вопрос? Ну, здесь опять обращаюсь к нашей двусторонней с вами работе, взаимодействию с нашими таджикскими визави в вопросах миграции, это первое. Через коллег всегда можно такие обращения направить. Мы такие обращения прорабатываем и когда они поступают через МИД России, и когда они поступают от компетентных ведомств, в данном случае с государств, Содружества независимых государств, и непосредственно заявления граждан, которые тоже у нас, естественно, обрабатываются, и официально до них дается ответ в процессуальные сроки. Это первое. Что касается компетенции наших коллег из пограничной службы, ну, во-первых, я рекомендую, конечно, такие вопросы в первую очередь им адресовывать, потому что, как вы знаете, держателем, условно говоря, базы граждан
которым по тем или иным причинам въезд на территорию Российской Федерации ограничен, являются наши коллеги. Мы отвечаем за сегмент миграционной службы. И, насколько я знаю, вот с сайтом это вопрос актуальный, действительно, он регулярно у нас возникает. Возможность, ну, более оперативно подгружать данные по открытию въезда или закрытию, она постоянно у нас совершенствуется с нашими коллегами из информационного управления, чтобы вот эти временные зазоры были минимальны. Поэтому я думаю, что здесь скорее речь идет о неких единичных случаях, чем о какой-то тенденции, потому что о такой тенденции мы не слышали. Как правило, мы высокие отзывы получаем о работе сайта. Он людям помогает. Действительно, большое спасибо, что такой сайт есть, где можем провериться, но, к сожалению, это не единичный случай. Очень часто в последнее время возникает. И как раз с пограничными органами ФСБ России у нас вопросов нет. Получаем четкие, ясные от них ответы. Спасибо. Хорошо. Тогда предлагаю еще несколько вопросов от Таджикистана осветить. Здесь вот вопрос... Извиняемся. Еще один вопрос, да. Пожалуйста. Да. Один вопрос. Скажите, пожалуйста, вот гражданин Таджикистана, который он в 2006 году сотрудников ФМС был выезд запрещен на 5 лет. В паспорте штамп у него был. Вот прошло столько лет, и до сих пор у него не снято вот это не выезд. Как быть этому гражданину? Кроме того, между прочим, к миграционной нашей службе многие наши граждане вот так они приезжают к нам и жалуются, что, допустим, они в конце декабря 2014 года, допустим, гражданин, он говорит, у меня вот заканчивается патент. Я его что продлил, я ему заплатил, говорит, до 2015 года, март 2015 года заплатил чеком, что продлили это, и потом я спокойно приехал домой, чтобы Новый год провести дома. А потом уже выясняется, что у него запрет. И как быть? Ответьте, пожалуйста. Таких наших граждан очень много. Спасибо. Да, случаи различные имеются, но я уже об этом говорил, повторю вам еще раз. Пожалуйста, готовьте соответствующее обращение к нам в службу и отправляйте его. Оно будет в установленном порядке рассмотрено, и заявитель будет проинформирован. Спасибо, но мы уже отправляли. Таких списков у нас много. Почему-то с миграционной службы России это идет очень медленно. Это решается этот вопрос месяцами. Вот как решается этот вопрос? Я из миграционной службы Республики Татарстан, газета «Шугули Мужират». Анвар Юсупов. Так, простите, я не понял, вы из миграционной службы или из газеты? Да, из миграционной службы и одновременно работаю в газете «Миграция» в Республике Татарстан для трудовых мигрантов. Хорошо, спасибо. Вы знаете, ну... Мне сложно здесь прокомментировать те или иные ответы, как были даны, но мы все-таки с вами, как работники государственных структур, знаем, что на любую бумагу у нас есть установленные процессуальные сроки. И на ответ государственного органа, и особенно на заявления граждан, как российских, так и иностранных. Поэтому, если здесь есть какие-то дополнительные вопросы, тем более, раз вы сотрудник миграционной службы, пожалуйста, у нас с вашими коллегами из международной части, из руководства службы есть прямой постоянный контакт. Давайте нам номера этих бумаг, которые были направлены, и по вашему мнению они не отвечены. Мы обязательно это проработаем, но я практически на 100% уверен, что здесь ответ был дан. Просто если это шло, допустим, по дипломатическим каналам, вы должны понять, что вы отправили в свой МИД, МИД проработал, передал в посольство, посольство передало сюда. И вот, конечно, эта цепочка работает не за один день. Но мы обязательно рассмотрим. Есть предложение, может быть, наделить представителей... Еще один вопрос можно? Еще один вопрос, Таджикистан. Вот, простите, но здесь ваш коллега в зале задает вопрос. Ну, то есть наделить представителей ФМС в странах СНГ как раз-таки вот этими полномочиями, чтобы там почта 2 месяца они
летала из Москвы в Душанбе, а представительство мог сразу ответить. Что, странная идея? Это предложение. Ну, мы его зафиксировали. Мы зафиксировали. Спасибо. Работа. Пожалуйста, следующий вопрос от Таджикистана. Вот у меня такой вопрос. Те граждане, которые... Да, пожалуйста. Те граждане, которые в 2014 году выехали на территорию Российской Федерации, ну, на заработки, так скажем, и они с внутренними паспортами. Тогда еще закон не был. 2000, как мы понимаем, с 1 января 2015 года выезд на территорию Российской Федерации только по загранпаспортам. А этим гражданам, которые с внутренними паспортами, они не могут обратно выехать домой. Выезд из территории Российской Федерации запрещать ей только по загранпаспортам. Вот объясните, пожалуйста. Они могут по внутренним паспортам обратно вернуться на родину? Спросите, с 2004 года? Вот, ну ты делаешь. Требует справку. Справка. Нет, так 2004 года. А пограничники только... Ну пусть ответит. Вячеслав Константинович, вы здорово так дискутируете, может, вы договоритесь? Это я имею в виду 2014 года. А, 14. А, спасибо. Ну, у нас, во-первых, вопрос, который вы прислали по этому поводу, был, возможно ли оформление патентов и иных документов для граждан Таджикистана, которые въехали в 2014 году по внутренним паспортам. Нам такой вопрос передавали. Ответ – да, возможно. Что касается выезда, ну, я вам сейчас это не готов прокомментировать. Ну, уточним обязательно. Угу. Может быть, даже до конца мероприятия расскажем. Это работает? Да. Давайте. Таджикистан, можно задать вопрос? Да, давайте, пожалуйста, вопрос. Значит, сейчас как раз разговор идет о тех гражданах, которые въехали на территорию Российской Федерации в 2014 году и получили патенты по внутренним паспортам. Предположим, в феврале, в марте месяце, мы знаем, что в марте месяце, если они оплатили НДФЛ, то срок действия патента заканчивается в 2015 году. И в соответствии с законом, статья... 13.3... Нет, статья 6 закона 357 гласит о том, что они могут без выезда в течение 30 календарных дней подавать документы и заявлением ФМС Российской Федерации для того, чтобы получить патент нового образца, то есть со сдачей тестов, прохождением медицинского освидетельствования. Вот вопрос возникает в чем? За короткий период времени нашим гражданам на территории Российской Федерации в консульских службах очень сложно получить загранпаспорта биометрические. Да? Насколько мы проинформированы, и к нам очень много обращаются, я представитель Международной организации по миграции, юрист по проекту трудовой миграции. Поэтому граждане, когда у нас спрашивают по этой части вопроса, мы не можем точно дать ответ. Почему? Потому что они говорят, что так как в консульской службе очень большая очередь для того, чтобы получить загранпаспорт, и не у всех имеется возможность финансовая приобрести в скором порядке, как говорится, загранпаспорт, могут ли они патент нового образца получать по внутренним паспортам? Нет. Спасибо за вопрос. Патент нового образца можно получать по внутренним паспортам? Конечно, можно. Можно. То есть, даже не выезжая за территорию Российской Федерации, по истечению срока действия старого патента, можно обратиться в территориальные органы ФМС России за получением, за подачей документов и получением нового патента. В течение срока действия старого патента, вы сказали? Нет, в течение 30-дневного, после истечения старого патента. После истечения срока старого патента имеет ли гражданин Таджикистана, не выезжая за пределы Российской Федерации, обратиться в территориальные органы за получением нового патента, соблюдая все сроки подачи заявления? Ему надо сначала продлить срок времени пребывания на месяц, да, так как у него документ, который... дает ему право временно пребывать, заканчивается. Ему надо продлить срок времени пребывания, мы продлеваем на месяц срок времени пребывания, и он может
в это время обратиться за получением нового паспорта. То есть, если я правильно понял, он имеет право не выезжать за пределы России, да, ему и надо обратиться к вам за продление так. срока временного пребывания. То есть вы ему ФМС, территориальные органы ФМС продлевают ему срок, и он в законном порядке имеет право находиться эти 30 дней, в течение которых он обязан подать пакет документов для получения патента. Да, да. Правильно? Да. Все, понял, большое спасибо. Следующий вопрос, Мочек. Спасибо, у нас пока вопросов нету. Можно по списку проходить, да, наших вопросов, которые мы предложили? Да, вот по вашему списку, да. Быстро, да. Можно ли оплатить НДФЛ по патенту на 3-6 месяцев? Можно. Освобождаются ли иностранные граждане, имеющие РВП и вид на жительство, приобретение патента для осуществления трудовой деятельности? Да. Иностранные граждане, получившие патент в одном субъекте, планируют работать в другом субъекте. Какие действия мы необходимо предпринимать? Ему необходимо обратиться в тот территориальный орган ФМС, где он планирует осуществлять трудовую деятельность и получить новый патент. При этом надо отметить, что новый патент для осуществления трудовой деятельности на территории другого субъекта, его срок действия не может превышать срок действия первоначально выданного патента иностранному гражданину. Во всех ли субъектах одинаковая сумма для сдачи теста? Мы уже поднимали этот вопрос, то есть... Официально на, между членами российского тестового консорциума, куда входит 5 вузов, установлена сумма, я еще раз повторю, 4900 рублей – это на получение сертификата, дающего право трудиться на территории Российской Федерации, 5300 рублей – это сертификат, дающий право предоставляться на разрешение на временное проживание и вид на жительство. Я хотел бы, пользуясь случаем, еще вот одну вещь довести, используя площадку Мерпала. Мы работаем вместе и взаимодействие с Миноборнауки, и в настоящее время проводили мониторинг вот, за прошедший месяц сдачи так называемого комплексного экзамена. Согласно данных, которые нам предоставил Миноборнауки, порядка 88% иностранных граждан, которые пришли сдавать комплексный экзамен, успешно его сдали. То есть из 100 человек порядка 88% успешно сдают. Ну и в свою очередь, когда летом мы прогноз сделали, какое количество иностранных граждан обратится за получением патента и какое количество иностранных граждан требует дополнительного обучения русского языка, мы вот эти все данные предоставили Миноборнауки, и они пошли нам, как мы говорим, навстречу. И если в декабре текущего года было открыто 165 центров локального тестирования иностранных граждан, то уже это в начале декабря, то уже к концу декабря таких центров локального тестирования иностранных граждан уже 415. И, пользуясь случаем, я рекомендую тем иностранным гражданам, которые будут готовиться к сдаче комплексного экзамена, в обязательном порядке войти на сайт российского тестового консорциума, потому что те вопросы, которые будут задаваться на экзамене, они там все отражены. То есть можно подготовку свою заранее осуществлять, находясь на сайте российского тестового консорциума. И более того, когда мы прорабатывали те вопросы, на которые сейчас отвечают иностранные граждане, сдающие комплексный экзамен, могу сказать одно, что многие вопросы, они были значительно упрощены. И поэтому в подавляющем большинстве, я думаю, если это подготовленные иностранные граждане, у них не должно возникать проблем в сдаче комплексного экзамена. Спасибо. Давайте мы еще раз озвучим тогда для всех адрес сайта, где можно посмотреть всю информацию по экзамену. В том числе на этом сайте есть интерактивная карта России, где обозначены все центры сдачи экзамена. Это сайт testcon.ru. Да. Тест-кон.ру. Российского тестового консорциума.
Большое спасибо. Я извиняюсь, вначале вы говорили по поводу сдачи теста. Вот вопрос, еще раз повторите, пожалуйста. При утере данного сертификата иностранный гражданин может получить дубликат. Вы сказали, он должен заплатить 810 рублей. Я правильно понял? Да, и в какой срок он может получить? В какой срок он может получить данный дубликат сертификата? Он обращается в один из локальных центров тестирования, которые есть на этом сайте, и, соответственно, ему через в течение 2 недель в обязательном порядке предоставляют дубликат на взамен утерянного. Эта услуга, еще раз повторю, стоит 810 рублей. Спасибо. Можно еще вопрос? Таджикистан. Буквально хотел. У нас давайте два вопроса, но я постараюсь один вопрос задать. Это очень важный вопрос. Да-да, здесь, значит, вопрос звучит так. Как могут подтвердить свое легальное пребывание члены семьи трудящихся мигрантов из Республики Таджикистан? По нормам законодательства, которые относились до 2014 года, у нас получается, что наши граждане, выезжая в трудовую миграцию с членами семьи, с женами, с детьми, их жен, на их жен обычно, по нашей информации, которую мы получали от наших граждан, их мужья, то есть трудящиеся мигранты, получали патенты для их жен, и жены, сидя дома, просто, как говорится, оплачивали ежемесячно НДФЛ за патент, небольшая сумма была, это 1000 рублей, тем самым легально их супруги находились на территории Российской Федерации. На сегодняшний день по новшествам в законодательстве Российской Федерации получается, что для того, чтобы получить патент, каждый иностранный гражданин должен сдать тест на знание русского языка, истории и законодательства Российской Федерации. И самое главное, что сумма патента повысилась. Если мы говорим о Москве, то это 4000 рублей. Естественно, для самого мигранта это очень, как бы, считается для него, это большая сумма. А если еще он будет ежемесячно, как бы, оплачивать за патент супруги, то это тоже будет накладно. И если супруга не сможет сдать тест и получить патент, как ей находиться с ним на территории Российской Федерации законно? Может быть, с вашей стороны будет какое-то предложение на законном основании показать, как можно это сделать членам семьи, чтобы тем самым не разбивать семьи, чтобы они все-таки находились вместе? Ну, у нас спасибо. Такое предложение. Да? У нас 115-й федеральный закон, он определяет различные категории иностранных граждан, которые осуществляют трудовую деятельность на территории Российской Федерации. И, допустим, для высококвалифицированных иностранных специалистов закон позволяет пребывать вместе с ними, членами их семьи. Члены их семьи могут осуществлять любую деятельность, не противоречащую закону, в том числе осуществлять трудовую деятельность на территории Российской Федерации. Закон это предусматривает. Но закон не предусматривает возможности нахождения с иностранным гражданином, который осуществляет трудовую деятельность на основании патента, возможности постоянного нахождения, как это предусмотрено для высококвалифицированных иностранных специалистов. Поэтому члены семьи могут, соответственно, приезжать в Российскую Федерацию, находиться здесь в установленном порядке, да, если мы говорим о гражданах Таджикистана, да, они могут находиться на территории Российской Федерации в сроке временного пребывания, которые установлены законом. Могут в установленном порядке продлить срок временного пребывания, да, если есть, соответственно, основания для такого продления. А так, чтобы, как это было, как это у нас сейчас с высококвалифицированными специалистами, такого для граждан патентников не предусмотрено. Это требование федерального закона. Прокомментируем тогда оставшиеся вопросы по Таджикистану. В какой период времени иностранный гражданин обязан обратиться в территориальную группу ФМС для внесения изменений профессии в патенте, какие документы необходимо представить? У нас закон не предусматривает возможность внесения изменений в патент в случае изменения профессии, если, соответственно, указание профессии будет, такое решение об указании профессии будет принято соответствующим субъектом Российской Федерации. Поэтому, как бы, говорить о внесении изменений, кажется, здесь не стоит. Потому что такого положения нет возможности. У нас вносится изменение патента, если только изменяются установочные данные иностранного гражданина.
и, соответственно, если изменяются реквизиты его паспорта. Изменения, которые, о котором вот здесь вот в вопросе говорится, такого изменения закон не предусматривает. Следующий вопрос. Будет ли ФМС рассматривать вопрос об отмене запрета на въезд в Российскую Федерацию? Какой дифференцированный подход к введению запрета на въезд для иностранных студентов? Ну, здесь вопрос. У нас вообще подход к запрету въезд дифференцированный. Да? У нас есть различные основания. А иностранные студенты, мы понимаем, да, с чем это связан этот вопрос. Этот вопрос был больше, наверное, актуален в прошлом году. Сейчас мы некоторые предложения в законодательство готовим по вот, как бы нормализации той ситуации, да, и чтобы не сталкиваться с той ситуацией, которая была в прошлом году, да, из-за которой некоторые иностранные студенты достаточно сильно пострадали. Мы в этом плане работаем, и думаю, скоро таких вот вещей, которые были в прошлом году, больше не будет. Ну, если возможно, только небольшой комментарий к выступлению Павла Валерьевича в части иностранных студентов. Действительно, вопрос студенческой мобильности, он в любом государстве сейчас очень актуальный. И здесь мы регулярно выступали на встречах Ассоциации иностранных студентов, вели соответствующую работу и в регионах, и в Москве с ректоратом, потому что когда уже выясняли конкретные случаи, чаще там были ошибки либо о том, что студент просрочил какие-то сроки, да, либо то, что ректорат, ну, не будем говорить ни о каком конкретном вузе в целом, да, то, что ректорат тоже не своевременно направил соответствующую информацию в ФМС России. Поэтому здесь, опять же, повторюсь, скорее можно говорить о некоторых единичных случаях, так называемом таком человеческом факторе. Но учитывая значимость этой работы, она на постоянном контроле и в отраслевых департаментах, и у руководства службы. Здесь, я думаю, что, как Павел Валерьевич отметил, подобных прецедентов будет все меньше в практике. Спасибо. Спасибо. У нас остается не так много времени. Предлагаю перейти к вопросам, которые поступили со стороны России. Также прокомментировать их, может быть, быстро, по порядку. Ну, вот первый вопрос. Про миграционный центр. Да? Миграционный центр – это полномочная организация. Полномочная организация, которую полномочил субъект Российской Федерации. Поэтому может она заключать договора или не может она заключать договора, как бы это больше вопрос к самому центру, а не к ФМС России, так как это не мы устанавливаем, да, что она полномочна делать субъект. Вот уточняющий. Если по закону о правовом положении гражданин может обратиться и в уполномоченную организацию, и в ФМС, почему тогда в настоящее время исключили ФМС из... Вот, то есть получается, что люди лично не могут обратиться в ФМС, могут только в уполномоченную организацию. Это касается и Московской области, и Москвы. На основании каких вот, нормативных документов сейчас вот такая правоприменительная практика? Мы на самом деле первый раз от вас слышим, что есть в этой части какие-то проблемы, так как закон он говорит о том, что возможно подавать документы на получение патента как непосредственно ФМС России, так и через уполномоченные организации. А в тех субъектах, где уполномоченные организации не созданы, то до 1 января 2016 года можно в том числе подавать документы и через законных представителей иностранного гражданина. Поэтому вот о такой проблеме, которую говорю, мы слышим фактически впервые. Поэтому... Павел Валерьевич, а можно я вот тоже в развитии этого вопроса? Ведь в Москве все патенты оформляются только в многофункциональном центре, который находится... В Московской области он хотя бы близко находится, в МКАДе, а в Москве, вот мы вчера об этом говорили, в Юрокадемии, он находится, бог знает где, 64 километра от Москвы, я там лично была, это производит жуткое впечатление, это место, мало того, что это очень далеко, реально, в одну сторону человек едет 4 часа, а с две стороны там, до 8 часов уходит за день, и за один день, конечно, невозможно, там не подать документы. Я понимаю, что это проект не ФМС России и не ФМС по Москве, это проект правительства Москвы, совершенно непродуманный, создающий узкие места рукотворно, ставящий людей в положение просто
я не знаю, в нечеловеческое положение. Я просто призываю ФМС России вмешаться в эту ситуацию, пока там не рвануло, потому что пропускная способность явно недостаточная. Условия для того, чтобы люди там себя комфортно чувствовали, вообще не существует. Там люди стоят на улице в любое время суток, просто как стадо, утрамбованные в эти вот железные барьеры, накопители. Причем все там, и украинцы, и молдаване, и граждане Таджикистана, кто угодно. Вот обстановка очень недружелюбная и недружественная. А весной, просто судя по прошлогодним данным, вал начнется в апреле. И там все просто взорвется, потому что пропускная способность 5000 у них проектируется в июле. Вот, а до июля это будет 2000, как это вот сейчас происходит. Просто я призываю убедительно, я не знаю, там, прийти мне лично к Константину Олеговичу, или я не знаю, куда мне обратиться, чтобы это было услышано. Это рванет, это узкое место, которое вот-вот взорвется. Допускать до этого нельзя. Надо предпринимать превентивные меры и рассредоточить вот этот поток по другим пунктам, где люди могут оформить патенты. И я считаю, что в данном случае нельзя идти на поводу правительства Москвы, которое оказывает давление, насколько мне известно, и таким образом просто создает конфликтную ситуацию в перспективе, в ближайшей. Ну, сегодня Спасибо. Киргизия вчера уже написала в МИД России о том, что действительно там нечеловеческие условия. Да нет, почему? Первый звонок уже есть. Почему ФМС по Москве не может принимать документы? То есть это же... Это было сделано под давлением правительства Москвы, потому что они хотят быстрее окупить затраты на что требуется от граждан СНГ тогда в таком случае? Может быть обратиться... То есть какие рычаги должны воздействовать, чтобы решить эту проблему? Ну, сегодня мы сделали важный шаг, озвучили эту проблему здесь. Нет, да. Спасибо не за информацию. Понимаете, не дают возможность обеспечивать необходимым количеством документов всех соискателей. Просто искусственно создаются препятствия для того, чтобы УФМС по Москве эффективно выполнял свои функции. Все, почему это так должно быть? И на сайте ГБУ сегодня вот они повесили объявление. Прием ограничен в силу большого потока. Мы можем сейчас пуститься в обсуждение всех насущных вопросов, начиная с уборки улицы, заканчивая, не знаю, курсами валют. Но за отдельные замечания, Ольга Сергеевна, вам отдельное спасибо всегда за конструктивную критику. Мы своим руководителям обязательно это дело доложим, а то, что вы говорите, что пошла официальная нота в МИД России, я думаю, внешнеполитическое ведомство нас, естественно, об этом уведомит. И здесь не думаю, что мы какое-то решение найдем сейчас мгновенно. Можно один вопрос? Да, в случае, что вы здесь есть, для себя просветить. Ольга Сергеевна тоже этим интересовалась. Вот цель въезда, да, она стала таким вот, таким тормозом, да. Цель въезда, если у вас записано не работа, то вы не можете получить документ на работу. Чем, какой смысловая нагрузка, хочу для себя понять, да, эту норму закона вводили. Вот зачем, что это значит? Вячеслав Александрович, а можно я вам на это отвечу в первую очередь? Вот коллеги из профильного направления ответят по своей кафедре, а я отвечу как представитель международки. И человек, который как бы имел возможность ознакомиться с опытом многих государств. Вот в международной практике этот вопрос никого не вызывает. И, наверное, это нормально, что государство должно, в принципе, понимать, с какими целями едет человек. Вот когда у меня был личный такой опыт, я сразу, когда оформлял документы, указывал цель своей поездки. Я вот с вами полностью согласен, если мы говорим о визе, о визовом режиме, то, безусловно, виза для этого есть. Но виза, она определена Венской консульской конвенцией, да, где четко прописаны все требования к визе. Миграционная карта – это учетный документ, да, который не прописан никакими международными договорами. А мы на него навешиваем, да, практически визовую функцию. Да. Вот. Зачем? Ведь это наше большое достояние, что у нас безвизовый въезд. Да. И вот это вот мне как тут в голове, я просто хочу для себя понять. Потому что, почему еще? Вот в результате этого, вот пробка, которую она сказала, Ольга Сергеевна, существует, 40% отказов в этом центре Сахарова происходит потому, что у него была цель въезда не работа, а какая-то другая, причем иногда поставленная пограничником, минуя его воли. Вот это мне что-то... У вас же есть... Вот мне говорят, что эта учетная функция, да, позволяет хорошо анализировать потоки, да, о чем вы говорите, да? Но у вас же есть замечательные машины, ЦУДИ, там,
что там, и так она работает. Мне кажется, это тормоз некоторый. Не, вот исключительно. Мне кажется, вот здесь у нас поработает, она просто мешает. Ну, мы, собственно, начали с вами о том, что работа, она постоянно ведется, да? Все-таки 27 нормативно-правовых актов в 2013 году, 29 в 2014, и дальше работа ведется. Я вам адресовал, исходя не только из международного, исходя из своего личного опыта, я это увидел, и дальше мне эта тема была тоже лично интересна, я посмотрел, но и в государствах, если есть двусторонние режимы без визы, они связаны с этапами истории совместных, ну, в других государствах, там, в Латинской Америке, допустим, в Европе, есть такие отдельные элементы, тоже есть такая функция, тоже как-то это идет анкетирование, идет, поэтому здесь можно долго. Будем отвлекаться. Да, быстренько прокомментируем оставшийся вопрос, потому что у нас критически мало времени остается. Принимают ли миграционные центры медицинские справки, полисы, ДМС, сертификаты образования, оформленные иностранным мигрантом самостоятельно, то есть не миграционного центра? У нас ФМС России принимает документы, которые могут не оформляться в миграционном центре, могут писаться не через миграционный центр. Поэтому здесь вопрос. Есть ли на сайте ФМС рекомендованный открытый перечень страховых компаний, заключающие договора договора добровольного медицинского страхования? Ну, сейчас на нашем сайте ФМС, насколько я знаю, такого перечня нету. Есть требования в законе, какие это должны быть страховые организации. И, насколько я знаю, у Банка России есть ресурс аккредитованных, соответственно, тех организаций страховых, которые имеют соответствующие документы на право осуществления страховых услуг. То есть можно ссылаться на список Банка России? Тут проблема опять правоприменения, в ГБУ опять-таки, то есть тот полис, который выдан МАКСом здесь, и тот полис, который они выдают там, они незаконно не принимают человека, который 3-4 часа стоял только из-за полиса. Он подходит к окошку, говорят: ребята, вы не у нас оформили, отойдите. То есть это вот у человека, который 30 дней на оформлении, ему говорят: все, это не действительно, отходите. При этом квалификация сотрудников ГБУ оставляет желать лучшего. 300 человек взяли со стороны, которые вообще не знают закон. Сотрудники ФМС в самом конце, они не принимают участие в этом процессе. Поэтому опять-таки необходимо вмешательство сотрудников ФМС. Да, ну по работе многофункционального миграционного центра у нас вообще масса вопросов. Может быть, это стоит вообще отдельной дискуссии. И пригласить миграционного центра, который, да, я считаю, дадут, потому что получается, мы вот сейчас на площадке какие-то вопросы возникают, они касаются, ну, не только работы Федеральной миграционной службы, но и, как я понимаю, широкий спектр вопросов мы тут рассматриваем, начиная о представителях миграционного центра. Мы говорим о работе налоговых служб, потому что вопросы возникают, и я просто предлагаю, может, в ближайшее время еще раз площадку вашу использовать, ну, куда пригласить представителей вот вышеупомянутых организаций. Потому что вопросы действительно, они есть, они решаются. Да, и ГБУ бы вообще хорошо, да? Вот. Да, Вячеслав Александрович, пожалуйста, вопросов никаких, да, нет. Я считаю, это... Чего вам за них отдуваться? Нет, это абсолютно правильный подход, и не то, что отдуваться. Дело наше общее. Просто получается так, что сотрудники Федеральной миграционной службы, мы и работали, и работаем, как мы говорим, в штатном режиме, и зачастую просто мы конечные люди, когда вот мигранты к нам обращаются, у них накопилось, конечно, определенное, может быть, недовольство, может, какое-нибудь, ну, отрицательное, что-то отрицательное. И наши сотрудники, ну, понятно, конечный итог, что ФМС плохо работает. Нет, мы, еще раз повторю, как работали, так работаем в штатном режиме и стараемся вот те недостатки, которые есть и в работе миграционных центров, ну, каким-то образом координировать. Проводим встречи и с представителями ГБУ, и, опять же, представителями Миноборнауки, потому что были определенные моменты, я не буду особо это скрывать, что сроки выдачи сертификатов, они вот в течение 10 дней иностранный гражданин должен получить этот сертификат. Сроки, они иногда нарушались. Поэтому еще раз говорю,
Вопросы, они возникают. Действительно, работает этот закон, честно говоря, мы уже поняли, в течение вот этого месяца, да, есть какие-то вот, ну, пробуксовки. Но стараемся оперативно реагировать и оперативно исправлять ситуацию. Вот в частности, что касается получения сертификата и задержки с его получением, ведь дается справка о сдаче экзамена. Но справка это не имеет такой же силы, как сертификат. Ее не принимают, если сертификат задерживается. Это, ну, тоже один из моментов, который был озвучен мигрантами. Коллеги, у нас осталось очень мало времени. Я предлагаю его потратить на вопросы с площадок в первую очередь, да, потому что здесь мы сможем задать и после отключения видеосвязи. Так, пожалуйста, те страны, которые не прислали заранее свои вопросы, у которых они сейчас есть, пожалуйста, вам слово, задайте свой вопрос. Аня, извините, из Молдавии. Да. Еще один технический вопрос, да, с пожалуйста. Представителями МИДа. Пожалуйста. Здравствуйте, спасибо. Уже поняли, что страховой полис приобретается на территории Российской Федерации. А вот вопрос в соответствии с законом 114 о порядке выезда и въезда на территорию РФ, я цитирую. Въезд в Российскую Федерацию иностранному гражданину или лицу без гражданства не разрешается в случае, если иностранный гражданин не представил полис медицинского страхования, действительный на территории РФ. Как поступить? Там написано «за исключением случаев» и самое последнее слово «а также иных категорий иностранных граждан». И, соответственно, у нас есть, да, межгосударственное соглашение о взаимных поездках, да, где определены тот перечень документов, которые необходимы вашим гражданам для пересечения государственной границы Российской Федерации. И там, насколько я знаю, полисов добровольного медицинского страхования нет. Пожалуйста, еще вопросы? Извините, пожалуйста. Еще раз, будьте добры, повторите, пожалуйста. Ответ. У нас да, заключены договора, да, о взаимных поездках, да, граждан со значительным количеством государств, в которых предусмотрен перечень документов, которые необходимы для въезда в Российскую Федерацию тем или иным гражданам тем или иных стран. Соответственно, на пространстве СНГ, вот, мне кажется, нет ни одного соглашения, в котором прописано, что там есть, что необходимо предъявлять полис медицинского страхования. Есть в Таджикистане, где написано, что они могут предъявлять вместо медицинской справки выписку из больничной карты. Если соглашение с Таджикистаном. Так, хорошо, нюансы по страховке. Еще вопросы есть какие-то? Есть еще раз по страховке дополнительный вопрос. Таджикистан. На территории Таджикистана существует страховая компания ВСК, Всероссийская страховая компания, которая действует и на территории Российской Федерации. Как? Военная страховая компания. Не всероссийская, а военная? Да. Но это вопросы. Нет. Походу, это всероссийское все-таки, потому что... Да. И значит, они действительно на территории Российской Федерации. Гражданин Таджикистана может приобрести данную страховку здесь, которая будет действительно на территории России. Я бы сказал, хотел бы просто отметить, что... насколько... Да, мы не специалисты как в страховом деле, да? Насколько я знаю, что, вот, допустим, на территории Российской Федерации не могут осуществлять свою деятельность страховые компании, не зарегистрированные по законодательству о страховом деле российскому. Поэтому мы не знаем ваше законодательство, в каком виде оно представляет интересы ВСК. Может, это филиал, да, который, либо дочернее общество, которое называется... как бы по-другому. Поэтому здесь говорить о том, может ли оно, у нас в законе написано о том, что выдана страховой организация, которая осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством о страховом деле.
Так, спасибо. Вопрос Таджикистан. Касательно статьи 18.20 КОАП Российской Федерации. Как мы знаем, с января 2015 года данная норма функционирует, и название данной статьи, вам всем известно, это нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства срока обращения за выдачей патента. Здесь есть, если он нарушает срок подачи заявления с приложением всех соответствующих документов в течение 30 календарных дней, на него налагается штраф. Привязывается ли данное административное правонарушение к пункту 4 статьи 26, которая гласит, что въезд иностранному гражданину может быть закрыт в случае, если он неоднократно, два или более раза в течение 3 лет совершал или привлекался к административной ответственности. То есть получается, при получении патента у него одно административное правонарушение и за несвоевременное подача заявления, а потом, если он еще раз минимальное там какое-то правонарушение административное будет, значит, ему будут закрывать въезд на территорию Российской Федерации. Спасибо. 26-я статья предусматривает право соответствующих органов закрывать въезд. Там в первой части написано, может быть не разрешен в случае. Поэтому это право. Это не нарушение по 27-й статье, которая говорит о том, что мы обязаны, да, в своей части закрыть въезд, если совершены как бы определенные иностранным гражданам действия. Поэтому в качестве того, что это является административным правонарушением, да, оно является административным правонарушением. И в случае, если неоднократно иностранный гражданин привлекается к административной ответственности, ему может быть закрыт въезд в соответствии с 26-й статьей. Но опять же мы говорим о том, что он может быть закрыт. То бишь это не в обязательном порядке, как это предусмотрено 27-й статьей 114 федерального закона. Ага. Вот еще, значит, дополнение к данному вопросу. Мы знаем, что в таких городах, как Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, за административное правонарушение налагается административный штраф от 5 до 7 тысяч рублей с административным выдворением. Так вот, будет ли считаться данное административное правонарушение за несвоевременную подачу документов для получения патента на территории вот этих двух городов? Кодекс Российской Федерации об административном правонарушении, да, в той части, его особенная часть, да, предусматривает, соответственно, санкции, да, под каждое административное правонарушение. Вот под административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена статьей 18.20, санкции не предусматривают выдворение, да, в качестве наказания. У нас вы говорите, наверное, больше о статье 18.10, часть 1, да, осуществление трудовой деятельности без разрешения на работу или патента, когда такие разрешения на работу или патент требуют в соответствии с федеральным законом. И с 1 января дополнена эта часть, дополнено положение, в соответствии с которым привлекается к административной ответственности еще и те иностранные граждане, которые осуществляют такую деятельность вне пределов субъекта Российской Федерации, где им разрешено временное проживание, либо выдано разрешение на работу. Соответственно, да, в этой части иностранные граждане привлекаются к ответственности на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области с обязательным административным выдворением, а на территории других субъектов с выдворением или без такового. Здесь санкции предусматриваются. По 18.20 санкции статьи не предусматривают выдворение за пределы Российской Федерации. Только штраф. То есть 18.20 предусматривает выдворение? Если я подал, допустим, документы в Москве, за несвоевременную подачу меня оштрафовали от 10 до 15 тысяч рублей. То есть патент я все равно получу, так как я оплатил административный штраф. Будет ли считаться вот это административное правонарушение? Или оно касается не только несвоевременного подачи? Нарушение срока обращения за патентом не влечет за собой административное выдворение за пределы Российской Федерации. Все, спасибо. Спасибо. Спасибо большое за дополнительные вопросы. Мы озвучили вот некоторые вопросы, которые у нас остались открытыми, и коллеги из ФМС пообещали прислать нам какой-то
объяснение по ним. Кроме того, мы соберем всю информацию, о которой вы спрашивали, которая доступна на сайте ФМС, также распространим ее по окончании видеоконференции. К сожалению, наше время сейчас уже на исходе. Надеемся, что сегодняшнее мероприятие было полезно, что вы услышали ответы на большинство поставленных вопросов, что многое прояснилось для вас. Мы продолжаем работать, продолжаем сотрудничать как через непосредственно площадку МИРПАЛ, так и призываем вас также к сотрудничеству с представительствами Федеральной миграционной службы в ваших республиках. Пожалуйста, пишите, мы всегда готовы к сотрудничеству. Можно вопросы? Да. И заключительное, пожалуйста, слово, да, ну, коллега. Пожалуйста, вопрос. Вот просто наболело. Действительно, ФМС находится между двумя силами. С одной стороны, ура, патриотические настроения в обществе, с другой стороны, вот мы со своими вопросами. Но тут такая ситуация возникла в конце декабря и начало этого года. У нас 2 миллиона патентников в прошлом году оформили патенты. Вы знаете, проблемы хорошо. И вот люди, которые в эту группу входят, также граждане России, то есть граждане Украины, этнические русские и так далее и тому подобное, для которых других коридоров легального пребывания в России не было. Они оформили себе патент, ну, заплатили за все это. И в начале года в Москве, в Московской области, в других регионах им аннулировали, ну, не аннулировали, а считают теперь недействительными эти патенты. Получается, что большое количество людей теперь находится вне правового поля. Так вот, какой предусмотрен теперь механизм для этих людей, ну, даже если это не 2 миллиона, а 1 миллион, какой правовой механизм предусмотрен, чтобы их ввести в правовое поле? Получается, что мы сейчас получим в нелегальной миграции. Это первый вопрос. Второй вопрос. Вот в прошлом году два закона одновременно были приняты, 368 и 357. С одним законом патенты аннулируются, то есть не продлеваются, соответственно, не считаются действительным, а в соответствии с другим, который был ФНС оформлен, принят, он предусматривает продление, то есть прежнюю систему оплаты платежа. Получается, что тут правовая коллизия. И если не будет объяснения ФМС, тогда мы получим опять-таки вот непонимание в сфере правоприменения. Спасибо. Вот это самое острое. Хотел бы пояснить, у нас, вы говорите о двух законах, да, которые были приняты в конце года, регулирующие вопросы патентов. Да. Я понимаю, тот закон 357, федеральный закон, который внес изменения, ну, в основной части 115 федеральный закон, и 368 это тот закон, который внес изменения в налоговый кодекс. Да. Эти два закона, они в комплексе регулируют вопросы новой патентной системы. Соответственно, в 357 законе, в заключительных положениях, даже не заключительных положениях, статья, мне кажется, 7 закона, написано о том, что патенты, выданные до вступления, до 1 января 2015 года, продолжают действовать и дают право осуществлению трудового действия физических лиц граждан Российской Федерации до окончания срока их действия, насколько я помню. Выданные патенты продлению не подлежат. Да. То бишь в этом году нельзя их продлить путем уплаты налога, даже если уплата налога в том размере, который в этом году установлен. Соответственно, они продолжают действовать, но до того момента, пока они не истекут. Мы со своей стороны, как уже здесь было отмечено, направили в наши территориальные органы указание о продлении срока временного пребывания по возможности еще месяц находиться после окончания срока действия патента, за который можно оформить новый патент и дальше продолжать осуществлять законы своего трудового действия на территории Российской Федерации. Те изменения, которые в налоговый кодекс вступили, они, получается, совершенствуют порядок уплаты налога за патент. Если вы
изучили, там указано о возможности зачета налоговых платежей, точнее зачета суммы налога уже поступившего, если он работает у работодателя. И другие моменты, которые в части вот фискального законодательства дали некоторые преференции как работодателю, так и самому иностранному гражданину. Но эти два закона, они не противоречат друг другу, они дополняют. То бишь тот закон, который в налоговый кодекс вступил, он дополняет ту патентную часть, тот новый механизм, который законом 357 был выдан. Просто вот 368 законов предусмотрена обязанность гражданина платить налог. То есть как это получается, что по одному закону он должен обязан платить 1216 рублей, а по-другому он не может продлевать, поскольку патент уже не действителен. У нас в основном в законе написано, что гражданин обязан платить налоги. Нет, вот в этом законе написано, что он обязан платить авансовый платеж 1216 рублей. Там я могу статью тоже указать. Статья 2, пункт 2, 368. 1200 рублей. Там в этот закон он устанавливает положение, предусматривающее схему уплаты налогов. Я уже объяснял, какая схема как установления суммы налога. Да? 1200 рублей, а не 1216 рублей. 1216 рублей – это сумма налога, была установлена в прошлом году для тех патентов, которые выдавались в прошлом году. В этом году базовая сумма налога указана в налоговом кодексе 1200 рублей с учетом возможности ее индексации на коэффициент дефлятор, который установлен в этом году. Он равен, насколько я помню, 1,307. И плюс коэффициент, установленный на уровне субъектов Российской Федерации. Тот закон, который внес изменения в налоговый кодекс, соответственно, принят, и он полностью соответствует тем изменениям, которые внесены в 115-й закон. Как это тогда соотносится к 54-й статье Конституции о том, что закон не имеет обратной силы? То есть, если люди, которые в другом правовом режиме оформили патенты, получается, что они стали в одночасье нелегальными. То есть тут вопросов очень много для нас. Но это уже не важно, но вопрос в том, что вот то, что мы имеем сейчас в Москве и Московской области, большое количество людей, которые стали в одночасье, вышли из правового поля, как мы успеем их всех внести в... Я, конечно, да, понимаю, что это не проблема. Да, мы снова возвращаемся к вопросу нынешней работе многофункционального миграционного центра. Да. Этот вопрос мы задавали, он был услышан, и, возможно, устроим дополнительную еще дискуссию по этой теме. Да? А на сегодня предлагаю заканчивать, уже немного, наверное, все устали, уже пошли очень скрупулезные юридические моменты, к сожалению, не все мы тут юристы. Я призываю сделать следующее нам по итогам конференции. Если вы услышали ответ на свой вопрос, да, и если он для вас важен, я в первую очередь обращаюсь к тем странам, которые присылали свои вопросы. Пожалуйста, пришлите сформулированный ответ, да, чтобы мы вместе составили итоговый документ и поделились друг с другом, кто что услышал, и чтобы мы все поняли все ответы на поставленные вопросы и все ответы, которые были нам даны. Спасибо большое сотрудникам Федеральной миграционной службы, мы очень ценим наше сотрудничество. Спасибо. Такую возможность, да, пояснить все. Спасибо, коллеги. Спасибо большое, во-первых, за общение, за время, за организацию, за то, что наши коллеги из Всемирного банка собрали здесь не только экспертов, хорошо нам известных, но и подключили наших партнеров из Государственного Содружества через видеоконференцию. А безусловно, сегодня мы здесь затрагивали не только вопросы, которые относятся к компетенции нашей службы. Здесь шла речь о страховых элементах и о работе многофункциональных центров и о пересечении границы. Поэтому в качестве рекомендации нашим организаторам также привлекать экспертов из необходимых ведомств или организаций, приглашать, чтобы эффективность наших встреч и вот та разъяснительная работа, как мы ее называем, популяризация новелл миграционного законодательства, были максимально эффективны. И еще раз повторюсь, что у нас с вами есть регулярные контакты
и в пределах двусторонней работы с ведомствами ваших государств, и напрямую с международными организациями, и через общественный научный совет, и через международные площадки. И в том числе, как я уже сегодня говорил, все законодательство, оно обязательно проходит соответствующие процедуры общественного обсуждения. Вот для того, чтобы повысить эффективность дальнейшей правоприменительной практики, мы вас также приглашаем активно участвовать в этом процессе. Он всегда открыт, и ваше мнение там всегда будет услышано, зафиксировано и проработано. Спасибо большое за внимание, за вопросы, за общение. Анна, можно спасибо. Таджикистан последнее Аня, слово? Аня, если можно, Анна, Таджикистан, пожалуйста. Сейчас кто-то перебьет. Анна, Таджикистану, пожалуйста, слово. Да, все, последнее. Хотелось бы поблагодарить организаторов данного мероприятия, поблагодарить участников, особенно представителей Федеральной миграционной службы Российской Федерации. И в связи с тем, что по поводу изменений в законе будет очень много вопросов в дальнейшем, хотелось бы, чтобы данные мероприятия как можно чаще проводились, чтобы обсуждать уже непосредственно данные вопросы. Спасибо. 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 Пригласят. Придем. Спасибо. Анна Прохорова. О. Ладно. Мы с вами созвонимся. Да, пожалуйста. Ну, я посмотрю по времени. Нет, не слышно. Мы хотели бы поблагодарить наших коллег с Федеральной миграционной службы в лице представителя при российском посольстве в Молдове за содействие в открытии этих центров по сдаче экзаменов и тестирование на знание законодательства и истории культуры. Эти два центра у нас уже открыты, они уже функционируют, и это будет, надеемся, хорошее начало для проведения дальнейшего диалога. И еще мы бы хотели, если возможно, установить более тесный контакт между нашими ведомствами об обмене данными по вот, запрету наших граждан на въезд, по запрету на въезд, если это возможно. Ну, во-первых, вы знаете, у нас уже время закончилось, поэтому здесь у нас, коллеги, потусторонние есть шумы, так что извините, если плохо нас слышите. У нас, безусловно, с компетентными ведомствами Молдовы ведется двусторонний диалог. И вот я вот сегодня уже говорил о работе нашей взаимной в рамках площадки Совета руководителей миграционных органов СНГ. И там мы неоднократно поднимали эту тему. Обе стороны говорили, что важно идти к соглашению, которое бы регулировало информационное взаимодействие, наш обмен, в том числе такой информации. Поэтому такие договоренности уже были озвучены. Мы к такой работе готовы, пожалуйста. И спасибо за оценку работы нашей коллеги в Кишиневе. Мы это обязательно учтем. Спасибо вам тоже. Спасибо вам, да. Хорошего дня. Хорошего дня. Всего доброго.